Доброго времени суток. Давайте, знаете, посмотрим, какой расклад. Что человек на самом деле может вам дать в отношениях? Да, многие задаются таким вопросом, когда знакомятся, либо уже какое-то время с человеком этим были, либо ссоры какие-то, качели бывают. Что говорит он одно, да, а что он может дать? Давайте посмотрим, что за мужчина придет. Загадайте, пожалуйста, мужчину, расслабьтесь. Давайте посмотрим, что за мужчина придет к нам. Страдалец, как я называю. Страдалец, девочки, придет. Пришел, вернее. Страдалец, человек, который в комфорте страдает. Да, человек не понимает, что происходит. Не понимает, к чему все это приведет. И человек тут еще все-таки по девятке мечей, девочки, не хочет... Не то, что вкладываться, человек не хочет прикладывать усилия к чему-либо, вот. Не хочет человек, да, себя как-то там ущемлять, перегибать, что-то делать. Ему вот так комфортно и все хорошо. Человек, девчонки, любит жить в прошлом. И это прошлое, да, это его... Не то, что прошлое, тоска. Тоска по даме чаш. Очень тоскует, переживает. Может быть, то, что обидел когда-то, да. Ну, тут опять же, девочки, человек тоскует, переживает, но он не собирается двигаться. Понимаете, он сел, ему-то комфортно. Давайте посмотрим, в чем проблема-то у вас. В чем проблема с этим мужчиной? Какая проблема? Идете в неизвестность с этим мужчиной вы. Идете в неизвестность. Да, человек ничего не говорит. Ничего. Причем не идете, а несетесь. Несетесь... туда, куда вот, ну, никто не знает. Человек не говорит, куда выведет кривая. Человек не говорит и не дает никаких... не дает понимания о том, что будет. Просто вот как есть, да, так и идете. И куда это выведет, никто не знает. Да, непонимание, невозможность увидеть, что же будет. Что будет, да, за вот этой вот дверью, девочки, что будет. Хотя, девочки, здесь все на виду, здесь можно посмотреть. Вы просто, наверное, не хотите, скорее всего, вы не хотите и не хотите видеть. Вы боитесь осознания того, что может быть, что вы можете увидеть, что вам это не понравится. Что человек говорит вам о ваших отношениях? Что он говорит? Он строит планы с вами, девочки. Строит планы, мечты, да, фантазии, какие-то иллюзии. Пойдем туда, поедем сюда, да, сделаем то. Вот когда-нибудь это будет, да. Но человек, девчонки, здесь рыцарь мечей все-таки выпал. И этот человек, девочки, он не настроен, да, быть для кого-то пушистым и мягким. Человек резкий, человек принимает решение в свою сторону, ему абсолютно по барабану на все, что там кто что думает. Может подсидеть, подлежать, все что угодно, да, перешагнуть, пойти ему все равно. То, что он говорит, зачастую, знаете, за базар не отвечаю, называется. Человек может обманывать, вводить в заблуждение. Все, что он вам сейчас вот говорит, да, в ваших отношениях, это то, что все страсть кругом, ты такая сексуальная, ты сексапильная, я тебя хочу, там, я не знаю, люблю, куплю и полетим до первого столба, да. Больше здесь все-таки отношения по страсти, по желанию. Что человек может дать в ваших отношениях? Да, девочки, знаете, что может дать? Он говорит, что может дать все,
что у нас все будет шикарно, у нас будет взлет, мы будем там, где захотим, мы осуществим то, что захотим, у нас все будет так, как надо. Но по идее, девочки, ничего. Он говорит, что он может, но нет. Также, девчонки, может говорить, здесь карты могут говорить о том, что человек говорит много, да, но ничего не делает. То есть человек говорит, у нас столько возможностей, посмотри все кругом, мы везде с тобой будем, везде желание, но человек сам строит, так сказать, стены, сам строит заборы и сам строит вот это вот, то, что он что-то там не может. Это его внутренние ощущения, понимаете? Он говорит одно, прекрасно зная, что этого возможно и не будет никогда. Давайте посмотрим, что он даст в отношениях. Что же он даст в отношениях вам? Император, девочки. Император. Во-первых, что он даст в отношениях, это то, что человек будет принимать решение сам, быть или не быть. Да, вот в чем вопрос. Человек, который берет управление, да, отношениями в свои руки. Хочу так, хочу вот так. Но это император, что вы хотели, не иначе. Человек ждет от вас, знаете, подчинения. Подчинение. И здесь, девочки, все-таки больше говорится о присущности опять. Нету ни одной карты чаш, понимаете? Хоть какой-то вшивенькой ее нету. Человек этот решает все за вас. Он так сказал, он так решил. Человек решительный здесь. И он решает, что будет в ваших отношениях. Будет так и не иначе, как он сказал. И это все-таки, девочки, по ресурсу. Все-таки император здесь решает, что чувственная сфера здесь в отношениях абсолютно не нужна. Давайте посмотрим, любит ли он вас. Здесь все-таки показано, девочка, что он считает вас своей семьей. Да, хоть человек властный, хоть и человек такой прогиб любого человека старается сделать, под себя подстроить, под свои желания, под свои хотения, человек все-таки считает вас семьей. Он все-таки считает вас тем человеком, да, который ему все-таки дорог. Все-таки чувств много, десятка чаш, девочки, это семейная карта, да, можно сказать. Но человек не считает нужным об этом говорить. Человек жаден до проявлений каких-либо. Даже если он считает вас своей семьей, вы не дождетесь от него проявления чувств. Он может не говорить ни разу ни слова о любви, не дарить цветов, подарков. А если есть подарки, то какие-то скудные. И тогда, когда он это захотел сам, потому что заставлять нельзя. Все-таки здесь он ищет какой-то баланс. Но опять же, баланс, да, по императору может быть в свою сторону. И опять, девочки, вот видите, как прогиб, всегда прогибание кого-то, подстраивание под себя. Давайте посмотрим, будут ли отношения вообще. Девочки, отношения здесь, ну, наверное, вряд ли, они могут и быть, девочки, но, скорее всего, вряд ли. Это все равно, девчонки, движение вперед, активное продвижение вперед, потому как отношения очень тяжелые. Тяжелые, с обидами, со взаимными даже могут быть, да, люди могут резки быть, им тяжело вместе общаться, потому как есть непонимание, обман, недоговаривание, один другого может в чем-то подозревать и так далее, то есть отношения очень довольно сложные, ну, потому как девчонки здесь любвеобильные у нас император, да, очень любвеобильный, очень падок на женские энергии, девочки. Любитель он того, чтобы с ним были яркие женщины, да, которые были наполнены красотой, энергией, вот о чем и говорила дама чаш, да. Любитель он таких. Может быть, и приврать, да, наговорить лишнего, чего никогда не сделает. Все-таки это король чаш, такой человек-то, да.
любитель поговорить, так сказать. Но опять же, девочки, человек, который умеет красиво говорить, да, красиво заливать в уши. Ну, вот такой расклад у нас получился. Выводы, конечно же, делать только вам.